Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жанна Самаюктам Винда Ванам Ману Ванчакалпатаругасакипасиндхбевача Патитананг павунебха вишнабибхьо наму намаха Муканкароти вачаланг пангунланг хайтагирим Яткипатамханг ванде парамаханандамадава Бриндавай тулсидеббой пьявай кесавасача Снабхактипадидеви саттваттвай наму намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудир Шанкиртане кришна катху падеше Гаурия патрашра пракаса нежа Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод варун Дхайям сада парибхавагнам авишчадухам Тихитас падам сива виранчанутам сараньям Виттатихам панатопал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ятпада паллаванакачандамани чатая Виспуриджитакимапиопаводушвадарши Пурнану рагара сасагара сара муртихи сарадхикамай кадам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай Капитаро Камала Хьотакшо Вишамбару Дижабару Джугадхарма Паро Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Садханаранам Ганга Таранга Раманиа Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир жасача вакшаси Жасясте хидай самбид Твам нишинга махам хаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Бетито Бхавана Варто Ясчаматкар Варбху Хиди Сатта Джалеварам Саддати Сараса Матаха. Бетито Бхавана Варто Ясчаматкар Варбху Хиди Сатта Джалеварам Саддати Сараса Матаха. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Jagadguru told, bonded soul, Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что обусловленная душа, если она силой пытается войти на путь Расататвы, то она может все превратно понятие, это станет причиной их падения, такой обусловленной души. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, когда обусловленная душа полна анартх, то в этом состоянии они не должны слушать ничего о трансцендентной расататве. They can misunderstand. They have misconception about rasa. Иначе они превратно поймут из-за своего такого превратного представления о расе, это станет причиной их падения. Better they can sing about Gaur Lila. Лучше, если они будут помнить, воспевать Гора Лилу. Or maximum they can sing или максимум они могут размышлять о Балялиле, о детской лиле Бхагавана Шри Кришны. Это более практично, Шрила Прабхупад говорит. Если они будут говорить о расататве как силы, то вместо того, чтобы обрести благо, они призовут великое несчастье в свою жизнь. И в этом такое противоречие происходит в этом мире. Люди не могут понять, кому следовать, как следовать, кому следовать, они не могут понять. Мой вопрос в том, что мы, Гауди, Сарасват Гауди преданные, Шрила Бхактивинода Тхакур, он не отличен от Гауди Матхи. В том смысле, что Бхактивинода Тхакур, он не отличен от Гауди Матхи в том смысле, поскольку то, что говорит Гауди Матхи, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакур сначала до конца, все это можем найти в Гауди Матхи в этом смысле. Хотя мы знаем, что Шри Чайтанья Матхи, он не отличен от Парамчитан Васту, от Шри Чайтанья Чандры. Мы можем помнить вот такую шлоку. Гурудев, он не отличен от Бхагавана. Много раз мы слышали, это не что-то новое для нас. Бхагаван Шри Кришна много раз говорил, что Удав, он не отличен от меня. Удав is non-different from me. No, anu api man nuno, Удхаваха. No, anu api man nuno. Mean? You cannot think. Это значит, что мы не можем подумать, что как Бхагаван говорит так. Как Удав может стать Бхагаваном, быть не отличным от него? Они отдельные существа. И поэтому Бхагаван говорит, не думайте, что Удав... Не думайте, что Удав, он отличается чем-то от Бхагавана, он не отличен от него, он тот, кто Удав.
That doesn't mean. И это не значит. Удобхи Махарадж can start dancing. Но опять же, несмотря на то, что Удоб не отличен от Бхагавана, это не значит, что он будет пойдет и будет танцевать с Гопи Кришны. Это неправильно. Бхагаван любит Удобу таким образом. Бхагаван говорит. Even Lakshmi, даже Лакшми, Шамбху, Атмаджонир, Насамбху, Атмаджонир means Brahma, Самбху, Атмаджонир значит Брахма, Самбху, Лакшми, Санкаршан, Лакшми. Even I myself, и даже я сам, even I myself is not so dear, я не столь дорог as my devotee, Uddhav, самому себе, как мой преданный Удов. I don't know what is the future of this. Я не знаю. Present society. Что будет с этим обществом? What they want? Что они хотят? Can you suggest me? Можете ли вы посоветовать мне? What to do? Что делать? I can follow Prabhupada Bhaktivinoda Thakur. Я буду следовать Шриле Прабхупаде. Бхактивинода Такур или какому-то вашему учителю сначала вы? Проясните для меня это. Должен следовать Шри Прабхупаде или Бхактивинода Такуру или какому-то своему гуру. Иногда, не иногда, достаточно часто можно наблюдать, что различные гуру, их учение, оно идет вразрез с учением Шри Прабхупады и Бхактивинода Такура, хотя внешнее. Похоже, но если приглядеться внимательнее, то все другое. И по этому поводу многие пытаются бороться со мной. Вот я в замешательстве, что же делать. Наша Гуруварга говорит, мы должны следовать Шри Прабхупаде. Бхактивинода Такуру, все, что они говорят, это Сиддханта. Но иногда можно видеть, что какие-то лжегуру. Говорят что-то против, хотя внешне вроде бы следует им. И вот из-за этого весь мир находится в замешательстве. Я могу привести пример. Я обсуждал Веданту Татву в Харидваре. Из Вриндавана я поехал в Харидвар по какой-то причине на очень короткое время. Там было две лекции по теме Веданты на хинди. И там я обсуждал. What is that point? Что это? There is full of Mayavadi. И то, что, ну, то, что everywhere Mayavadi. Можно видеть Майаваду везде, куда бы ни пошли. Особенно в Харидваре, там везде одна Майавада. И вот я спросил, что нужно делать, что не нужно. Поскольку в их сампрадае, вот в Майвадской сампрадае говорят, что Шанкарачарья достиг Брахмы, это их такая идея, что все дживатмы совершают баджан и становятся Брахмы. Мой вопрос был в том, что если почитать ваши книги, вы там пишете, что Шанкар Бхагаван после оставления тела опять родился. И вот это сами майявади пишут в своих книгах, что Шанкарачарья оставил свое тело и опять родился. В каком-то теле? Как это возможно? Если согласно их учению, Шанкарачарья достиг Брахмы, стал Брахмой, безличным Брахмой, а если он стал бы, то назад уже не мог бы вернуться. То есть тут противоречит такой, значит, кто-то лжет. То есть эти два утверждения их учения полностью противоречат друг другу. И вот и даже в соответствии с их собственным представлением о майявади, они обманывают сами себя. Similarly, и также в Дживататве. Много раз я обсуждал, что все дживы,
все души, у них есть какая-то определенная сварупа, мы тоже признаем это. Я знаю, кто же, кто если против меня выступает, но принимает это. То, что у каждой дживы своя определенная сварупа. И мой аргумент, это не Siddhanta, it is the Siddhanta of Siddhar Maharaj, it is the Siddhanta of Keshav Goswami Maharaj. Then Murari Gupta was given chance. Murari Gupta was given chance to change his rasa. Была дана возможность изменить свою расу. Murari Gupta was given a golden chance. Ему была такая дана золотая возможность изменить свою расу, но мы. Ну, кто-то говорит, что Мухари Гупта в Дасья Расе в Ханумане, в образе Ханумана пребывает. И что он не может изменить свою расу, поскольку он вечно в Дасья Расе. Гопа Кумар как в Сакхи Расе. Младший брат Рупы и Санатаны Анупам, он ему также была дана возможность изменить свой путь расы, но он не смог. Он сказал, что я предался лотосным стопам Рамачандры, и поэтому не могу поменять своего Иштадева. Мурари Гупта тоже хотел совершить самоубийство на этой почве, то что Господь дал ему возможность изменить свою расу, но он не смог отказаться от поклонения Рамачандре и решил умереть. Но Махапрабху сказал, где тут нос? Однажды Махапрабху пошел в дом Мурари Гупта и сказал: «О, Мурари, где тут нос? Какой нос? Не говорил же». Where is the cutter you make from the Iron Man? Ты вот недавно принес какой-то нож от кузнеца. I know the place where you put your cutter. Где ты его спрятал? To cut your throat. Don't do like that. Но не нужно так делать. Я проверял тебя. I was just testing you. Why should you change? Почему ты должен менять свою расу? Лично присутствуешь в Дасья Расе в образе Ханумана, я просто проверял тебя. И мы тоже соглашаемся с этим. И опять кто-то... И вот Сидар Махарадж, Кеша Махарадж, они все соглашаются с этим. Why if we are not hearing Rasa Tattva, how we can become and feel attraction, foolish? И вот еще какие-то люди смеют заявлять, что если мы не слушаем Раса Таттву, как мы можем привлечь ею? Хотя эти же люди говорят, что сварупа джива, она определена и не меняется. Но потом они говорят, что нужно слушать Раса Таттву, чтобы привлечь ею. То есть это противоречит одно другому. Обусловленные души всегда заняты какими-то материальными расами. Они не могут избавиться от материальных рас, они всегда заняты ими. Без расы никто не хочет жить. Но они не могут понять разницу между трансцендентной расой и материальной. В этом главная проблема. Есть очень обширная тема. Я не знаю, они слепы или нет. Они могут изучать Баджан Рахасию, читание Сикшамриту, Джава Дхарму, Саджана Тошини. Если они не могут найти, я могу найти и показать. И вот я могу одно за одним показать доказательства, которые приводятся там. Кто-то еще спорит со мной на эту тему. You discover I'm speaking one lie? Sri Vidyavinod. I don't like the name. Не хочу называть его. И вот он был
Он следовал Шриле Прабхупаде. Это очень важный Сиддханта, слушайте, вот он был. Следовал Шриле Прабхупаде, получил его милость. И... Но когда он совершил оскорбление в адрес Шриле Прабхупаде, он пал с этого пути. Он отклонился от пути Шрилы Прабхупады, начал писать какой-то ересь против Шрилы Прабхупады, против самого себя даже. Много книг написал потом. Хотя тот же самый человек, когда он был в потоке милости Шрилы Прабхупады, он писал достойную идеальную сиддханту, а когда отклонился от его пути, то не смог сделать ничего подобного, начал критиковать даже то, что писал сам. Какие-то эти другие миссии возмущаются этому, не могут это принять. Хотя можно наблюдать, что когда он был в потоке милости Шрилы Прабхупады, он писал идеальную сиддханту, а когда отклонился от пути Шрилы Прабхупады, то мало того, что не смог ничего подобного писать, а пытался опровергнуть то, что он писал до того. И иногда с нами также случается, когда мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, то наш сиддханта становится неправильным. Вот Шлоку тоже многие неправильно толкуют. You are fighting with me? You fight with Gurudev, your Gurudev, from whom you took Diksha and Harinam. Main point is that they have some prejudicial idea. И вот главная проблема в том, что у многих есть какие-то превратные представления, что они решили, что будут совершать мадхурасу любой ценой и будут как и... Такие люди иногда говорят, что им Гурудев сказал, что нужно совершать только мадхурасу, а другие расы можно игнорировать, но это неправильно. Неправильно пренебрегать другими расами. И что я хочу сказать? Сегодня Васанта раса, день Васанта расы, много тем, которые нужно обсудить. Я хочу поделиться многим с вами, но времени не хватает. И сегодня день сегодня Васанта раса Бхагавана Шри Кришны. И вот в этот... Autumn, you know, there was Sharadiya Ras. In Bengali and Sanskrit, we say Sharadiya Ras. Этим осенью была Sharadiya Rasa. Вот в этот том. И Кришна совершил расу. И вот Кришна совершил расу. Время от времени. Главное, главных мест расы два. Один на Гавардхане, другой во Вриндаване. Васанта раса, она в Парасали была, на Гавардхане, а Sharadiya раса была на берегу Ямуны. Я не хочу говорить о Расататве, поскольку я недостоин говорить о столь высоких вещах. Я говорю Харикатху, чтобы обрести милость от вас. Я говорю Харикатху не для того, чтобы обрести славу, для того, чтобы обрести милость. И ради этого я говорю Харикатху. И вот у меня нет права говорить о Васантарасе, но я могу сказать что-то. И вот сегодня также день Баладева расы. Какие-то известные философы, они пишут множество книг. Если я покажу вам, вроде, если они написали столько книг, можно подумать, как они могли написать что-то неправильное. Но... Also, I will have to discuss Mayavad.
Но часто бывает, что могут. И вот если я не буду говорить о Майаваде, я не смогу показать им разницу между Майавадой и Бхактисиддханта. Не каждый может это сделать. Кешава Госвами Махарадж тоже иногда говорил о Майаваде. Поскольку если мы не сможем понять, что такое Майавада, то мы не сможем опровергнуть ее. И вот сегодня Баладев Раса, те, кто пишет множество книг, они не могут понять. Им говорят, что не может быть Баладев Раса, я могу открыть книги и показать. И вот я говорю, почему Баладев Раса невозможно? И что значит Вриндаван Дас Такур пишет неправильно? Или Вьясадева, он говорит неправильно. Кто говорит неправильно из них? Что имеется в виду, нужно пойти к открыть Шри Чайтанья Бхагавата, и там написано. Вот это время весны называется Маду Мадава Ватсанта, это Пурнима. И вот Баладев, в начале всего, Кришна Баларам, он отправился в Матхуру, оттуда Двараку, и в Бхагаватам описывается, с Двараки Баладев, он пришел в Нандаграм, во Вриндаван. Бхагаван Шри Кришна, Расалила Бхагаван Шри Кришна, мы не можем сравнивать, когда Кришна был во Вриндаване, то различные расы проявлялись в Двараке, расы не было. И вот эти две важные расы, раса значит раса, в начале все. It was at the bank of Jamuna, and this spring, сначала Сарат Кали Рас была на берегу Ямуны, а потом Васанта Раса на другом месте. From there, it is written in Bhagavatam, I can show you, that Balaji Maharaj coming to Vrindavan. И вот Баладев, он пришел во Вриндаван на 2 месяца. In Vrindavan for 2 months, and there Balaji Maharaj doing Rasa Lila. И там Баладев совершал Раса Лилу, прекрасную Раса Лилу. Я был там во Вриндаване в различных местах. Not only Судьюгун, in Gokul Mahavan forest. Я был в Гокул Махаване, в Сурьякунде, в Нандаграме, Барсана, на Варшане. Баладауджи Рас Кетро, на Баладауджи Рас Кшетри, это в Обегаоне, это название деревни. И то, что там был. Много раз я находился там. Я почувствовал вкус баджана в Вриндаване. Я почувствовал этот трансцендентный вкус баджана, поэтому у меня нет никакого вкуса ни к чему материальному. Шрила Прабхупад сказал, если кто-то, получит вкус ананья баджана,
Если кто-то получит малейший вкус ананья баджана, то никакие другие вещи не принесут ему никакого удовлетворения. Это Шрила Прабхупад сказал, если мы получим малейший вкус ананья баджана, то тогда вероятность падения на очень сильно уменьшается. И в Шримад Бхагавад Гите мы находим такую шлоку. Может, вы знаете, я хочу напомнить. И вот в Бхагавад Гите говорится, что обусловленная душа, она занята с материальными расами, и постепенно, когда они получают вкус расы с чистыми вайшнавами, то они предыдущие, то есть если они получают вкус более высокой расы, вкус к более низким расам, он уходит. Это естественно. Если вы обретаете, получаете 40 тысяч рупий в месяц, заработаете на какой-то работе, и потом получаете какую-то работу в центральном правительстве. Если там 80 тысяч платят, еще квартиру дают, еще и машину, то, естественно, люди оставят менее оплачиваемую работу и пойдут на более оплачиваемую. Canteen facility, what you can do? You can do the previous service or the natural. So similarly. И также. At present you are busy with. Сейчас вы заняты материальными расами, я знаю. Но. But the more you are going to get. Чем больше вы. A prakita rasa. Заняты. Чем больше вы обретаете прак. Пракрита расу, тем больше изменений происходит у вас. И если ваша сварупа определена и не меняется, то это нельзя изменить, соответственно. Но благодаря общению с Сидда Сакья раса бхактами можно развить их расу. Это единственный путь. Например, у вас есть Сакья Бхава внутри вашего сердца. Вы можете проявить, она проявится с, благодаря общению с теми, кто достиг совершенства в этой сакхи-расе. Я могу привести пример. С Шьямананда Прабху. И вот с ним, ну так или иначе. В Гите говорится, что мы можем оставить наши предыдущие скверные расы благодаря тому, что мы получим вкус к чему-то более высокому. В Читане Читамрите говорится, если мы попробуем вкус меда из цветков лотоса, то он более прекрасен, чем все остальное. Какие-то мухи летают, садятся на испражнения, едят их, а пчелы они никогда не занимаются этим, они собирают мед из цветов. Те, кто... И те, кто попробовали мед, они не будут никогда стремиться к каким-то испражнениям. И также мы заняты какими-то материальными расами. А в тот день, когда мы обретем полную милость Гуру Вайшнава, то мы получим вкус к трансцендентной расе.
тогда влечение к материальному у нас не останется. И вот Баладев в Бхагаватам Бхагаватам описывается, как Баладев вместе с Маду Мадава совершает раса. Я много раз был в том месте, в Баладев Расакшетре, на берегу Ямуны, это достаточно далеко. И там мы можем увидеть то, что описывается в Бхагаватам. Баладев зовет Калинди, иди сюда, Калинди не приходит, и тогда он берет плуг. И с помощью плуга он притащил ее тут, в то место, куда звал, и там остался след от этого. И в Бхагаватам говорится, Баладев, он своим плугом. И притащил ее, и Калинди, она попросила прощения, что не пришла сразу. И она начала помогать ему в этой расе. All dancing rasa lila with all gopikas, but be careful. Their group is totally будьте осторожны, то есть гопи, с которыми я совершал расу Баладев, они не те, с которыми я совершал расу Кришна. Наш Вриндаван Дас Тхакур Махараджа пишет, Баладев совершает расу лилу во Вриндаване. И в Бхагаватам говорится, что Баладев совершает расу во Вриндаване, и Вриндаван Дас Тхакур Махараджа пишет нечто особое. Те, кто критикует отношения мужчин и женщин, те риши муни, они хотя они вот к таким материальным отношениям уважения не испытывают, но восхваляют эту расу Баларама. И Вриндаван Дас Тхакур Махараджа пишет, те, кто, вот эти муни-риши, которые не выражают почтения к таким любовным отношениям в этом мире, но они восхваляют Баладева расу. И вот Баладев совершает раса лилу, она одобрена. И вот вопрос может возникнуть, я хочу сказать о Сиддханте. Я много говорю, но не каждый помнит, а помнить это бхакти. А забывать это не бхакти. Если я слышал от Гуру Махараджа что-то 25 лет назад, то я и помню это все, то тогда я смогу обрести бхакти. Если мы ничего не помним, то ничего хорошего в этом нет. И вот помнить учение Гурудева – это бхакти. А забывать его – нет. Я однажды говорил о Шрити и Смрити, о памятование и любви. Если мы любим Шрилу Прабхупаду, то мы будем помнить его, это естественно. А если мы не любим Прабхупаду, то забудем его. Будем говорить какой-то сухой философии, чтобы обрести какую-то мелочную славу. И таким образом, you don't confuse и вот мы не должны путать Баларасу Бхагавана Шри Кришна и Баларама. Они эта раса происходит с разными гопи, хотя то есть те гопи, с которыми совершают расу Баладев, они никогда не смешиваются с теми
с которыми совершает расу Бхагаван Шри Кришна. Он совершает расу с другими гопи во Вриндаване. И вот вопрос и сомнение может прийти в наше сердце, что мы слышали, что раса, совершать расу имеет право только Бхагаван Шри Кришна, поскольку он Сева Виграха. Это Баларамон Севак Виграха, то есть тот, кто служит, а Кришна тот, кому служит. И вот такой вопрос часто возникает. Почему Баладев может совершать расу, хотя в другом месте сказано, что только Кришна может. Баларам, он Севак Виграха, он Гуру Таттва, он тот, кто служит Кришне. Почему он так делает? И вот Шрила Прабхупад ответил. И вот Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что Баладев, он Севак Таттва, лучший из Гуру Таттва, и Бхагаван Шри Кришна, он Севи Таттва, Севак Таттва. И все же Шрила Прабхупад говорит только для первое проявление Шри Кришны, Баладева, Баларама, это применимо. Шрила Прабхупад сказал, что Баладев, он Севак Таттва, да, но все же только для Баладева такое исключение применимо. Почему? Поскольку Баладев, он Севак Таттва, и в то же самое время Севья Таттва. Только для Баларама это применимо, не для Нараяна, не для кого еще, только для первого проявления Бхагавана Шри Кришны, для Баларама, для него это применимо. Поскольку Шрила Прабхупад сказал, что Баладев, он первое проявление Бхагавана Шри Кришны, он Севья Таттва и Севак Таттва одновременно. И поэтому он может совершать расу лилу. И можно заметить, Баларам тоже носит первого павлина. Такой только Кришна делает, ни Вараха, ни Нараяна, ни Нарисимха, ни у кого нет права носить этот перо павлина. Это признак наивысшей любви, только Кришна может его носить, ну и Баларам. И вот Баларам, поскольку он как Севак Таттва, так и Севья Таттва, в Югалгите много приводится цитат с Бхагаватам, там описывается, что Баларам, он практически не отличен от Кришны. В Чайтанья Чайтамрите говорится, что только цвет отличается, он белый, а тот темный. Тот светлый, другой темная Кришна. Кришна. Цвет Кришны подобен цвету свежего грозового облака. Но цвет его тела отличается. И поэтому Баладев, он там, и мы можем обрести благо, больше и больше блага, обсуждая Баладев расу под руководством чистых гуру вайшнавов. Если гуру вайшнавы разрешат нам, позволят, то тогда мы сможем слушать. И вот Мадху Мадава, два месяца Баладев совершает лилы с гопи на берегу Ямуны. Вот те знаменитые эти писатели майявади особенно пытаются
всячески воспрепятствовать, не могут поверить, что Баладев может совершать расу. Кто сказал? Ну что это? Вриндаван Дас Такур не может лгать. Шри Чайтанья Бхагавати это описывает. И там я могу показать, что пишет Вриндаван Дас Такур, что те муниришь и те, кто не... не уважают такие материальные отношения, но они в то же самое время восхваляют Баларам расу. Ну, какие-то люди заявляют, что Баларам не может совершать расалилу. И вот сейчас у меня есть возможность обсудить Шьямананду Прабху. Времени не так много. Что делать? Я обсудил главную сиддханту о расе и о Кришне, и Кришне, и Баларам расе. И вот Шивананду Прабху. Можно вспомнить, я сказал. Шринивас Ачарья, он проявление Бхагавана Гауранги. Наротам Дакур, он проявление Нитянанды. Шьямананда Прабху, он проявление Адвайта Гасая. Я хочу обсудить особую сиддханту про Шьямананду, поскольку это обсуждение может быть долго. Я скажу только главное сиддханте Шьямананда Прабху. Он родился практически в Орисе. Кто-то говорит, на границе Арисы и Миднапура, Дарендра его звали. А, точнее, Дарендра — это название деревни, где он родился. И вот он родился там, отец и мать. У них все предыдущие дети умирали. Вскоре после рождения вот они начали поклоняться Бхагавану. Бхагавану Шанкару. И в итоге, по его милости, обрели сына и назвали его Шьямананды. А точнее, хотя он еще это его вечное имя Шьямананда. Но назвали его сначала Дуки. Дуки на бенгали значит... Ну, что-то такое... Как несчастье буквально. Поскольку у них все дети умирали, то на всякий случай решили его назвать таким словом «Дуки», значит «несчастный», чтобы не расстраиваться, когда он умрет. Вот назвали его Дуки Кришнадас, и что случилось? Этот ребенок был очень прекрасен, его глаза, вот, тело, многие астрологи говорили, что судя по его телесным признакам, можно видеть, что он Махапуруш. И он, когда он рос, подрос, то он стал очень умен и с легкостью изучал шастры, аланкары и прочие науки. И вот в достаточно раннем возрасте он закончил образование какие-то. Вот я знаю, каких-то людей грамматику изучают уже последние 18 лет, но пишут с ошибками до сих пор. А вот Шьямананда Прабху, он гораздо быстрее изучил эту всю грамматику. И вот отец и мать Дуки Кришнадас, они любили Гаурангу, и этот Дуки Кришнадас, он
получил разрешение от отца, он, чтобы отправиться в Бенгалу, в Калну, чтобы получить дикшу от Хридай Чайтани. И вот Хридай Чайтани, он ученик Горидаса Пандита. Горидас Пандит, он вечный спутник Гауранги, и в Кришна Лиле он Сака, один из друзей Кришны. Туки Кришна да сказал: отец, хорошо, не беспокойся, те преданные, они примут там омовение в Ганге. Он начал утешать отца, что я пойду получить дикшу, как ты пойдешь далеко, я знаю, что далеко. Но вот преданные идут туда принимать Гангу, в Новодвипе, я с ними пойду по вашему разрешению и дойду до Калны получить дикшу от Хридай Чайтани. Here one very spectacular thing we should discuss. Dukhi Krishnadas. И вот Дуки Кришнадас, он получил дикшу от Хридай Чайтани и начал служить Гурудеву всем сердцем. Но все же однажды Дуки Кришнадас, он дал наставление. Dukhi Krishnadas giving instruction to whom? I, our Hidai Chaitanya. Вот он сказал, и вот Хридай Чайтани дал наставление Дуки Кришнадасу, чтобы тот отправился во Вриндаван и учился у Дживапада, поскольку я вижу, ты очень способен. И вот его Гурудев Хридай Чайтани сказал, что я смотрю, ты очень способен, и поэтому лучше, если ты отправишься во Вриндаван и будешь находиться с Джива Госвамипадом и учиться у него. И тогда наш Дуки Кришнадас отправился во Вриндаван. Встретился с Джива Госвамипадой, получил даршан его лотосных стоп и передал ему слова своего Гурудева. И тот сказал: хорошо, живи. И тогда Шьямананда Прабху, он и вот его имя было Дуки Кришнадас, а потом он получил имя Шьямананда. Рупа Санатана, они написали множество книг. И это произошло по воле Бхагавана. То, что тем временем Шринивасачарья, он тоже отправился там, туда и Наротам Такур. Это произошло по воле Бхагавана. И вот они все пошли туда, чтобы учиться у этого Джива Госвами. И через какое-то время наш Джива Госвамипа отдал наставление Шринивасачарья, Наротам Такуру и Шьямананде, чтобы все можете пойти с тем, что с наследием Госвамипада, чтобы проповедовать учение Махапрабху на его основе. И вот это другая история. Вот после того, как они закончили учиться у Джива Госвамипада,
этот Шива Госвами Пад организовал для них бычью упряжку, погрузил на ней все книги, написанные Рупой Санатаной. Вот запаковали, положили эту бычью упряжку и послали их на проповедь. Это другая долгая история, но кратко я могу сказать, что Шринивасачарья проповедовал Ракшетри, вот это Бакура, Бирвум, вот та область, Шимнанда в области Арисы и Бенгала. Арисы и Миднапур. В той области он проповедовал, а народам он проповедовал в восточной области, как Манипур, Трипура, вот эта область, Бенгал с той стороны, этот восточный Бенгал. Их проповедь, она была великолепна. И вот сегодня у нас есть возможность узнать об этом, иначе как бы мы могли узнать, если наша Гурварга не рассказала бы о нашей славе, о их славе, то кто бы мог спасти нас? Они не просто, они что-то, всегда что-то делали ради нашего блага, говорили харикатху, чтобы люди в будущем смогли обрести благо. Кто знает, в будущем ситуация какая будет. И с такой надеждой, с такой великой надеждой я говорю харикатху, что если... что не сейчас, то в будущем кто-то может услышать и обрести благо, хотя сейчас не все принимают, но я говорю об абсолютной истине, абсолютным образом ради удовлетворения Верховного Господа. Если поэтому, если кто-то хочет сказать что-то против меня, то не осмеливается сказать в лицо, просто как-то из-за спины что-то делает только это. Образом, Нарутам Такур, Шринивасачарья, Шимананда Прабху, они проповедуют, они активно проповедовали. Сейчас важная сиддханта. И вот Джива Госвами Пад, он, когда наш Духи Кришнадас сказал Джива Госвами с сложенными руками: «Пожалуйста, дайте мне сева. Если вы любите Гуру Вайшнавов, то вы можете просить служение у них. Это естественно. Мой Гуру Махарадж дал мне служение говорить харикатху и писать харикатху, и Шанта Махарадж, и все остальные. Я вот занимаюсь этим. Я не занимаюсь строительством храмов и прочего. Но иногда вы все просите, что нет, некуда приходить, негде собираться. Махарадж где-то живет в долине. Я знаю, но чтобы совершать максимальное количество севы, я вынужден жить таким образом. Даже один человек, там, где живу, там достаточно малая площадь. Поэтому даже двум человекам неудобно там находиться. Но все же я живу там, чтобы совершать максимальное количество служений, хотя мое тело не позволяет иногда, но все же я пытаюсь.
если я буду посвящать свое время храмам и всему прочему, то столько харикатхи не сможет появляться. Нужно идти на какой-то компромисс. But you cannot get this kind of facility. Hold on. Now I can stop. Then again I can start Hindi. Again I can stop. Again I can say English. Bihar Bhagavad. This why I'm busy. So one very important siddhanta. И вот очень важный сиддханта, когда наш Duki Krishna Das. Кришнадас, он просил дать ему служение, то тогда наш Джива Госвами Пад, он сказал, хорошо, ты должен идти в Нитхуван. Мы слышали это имя Нитхуван, Севакунджа Нитхуван. И вот Джива. И вот он отправил его в Нитхуван, чтобы тот подметал там, с чем надо шел. Он пошел туда, совершал баджан и подметал в этой кунджи. Однажды случайно он нашел кольцо золотое. Нупур на бенгали, санскрите, это кольцо на пальце ног, которое надевается. Dancing and singing, chant, 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 chant. If your leg is dancing, na, Krishna Bhagavan, Radharani, they are using leg ring. Nupur, it's called Nupur. А еще звенящее. И вот однажды, и вот он нашел это звенящее кольцо, оно было очень прекрасно. Он его сохранил. Then Vishakha came. И Вишака пришла. In the form of an ordinary lady. В форме обычной женщины она пришла. Vishakha Sakhi coming in the form of ordinary lady. Our friend, our friend. Друг. Not speaking the name. Не сказала, не назвала его по имени, сказала, что моя подруга. Она потеряла это кольцо. Ты видел ли ты его? Духи Кришна да, сказал, что да, но чем докажешь, что оно твое? Надо дать без доказательств не могу. Я могу отдать это кольцо конкретно той женщине, которая потеряла его. You can arrange, and what is the document? What is the symptom? Then Vishakha say, "This is." И тогда Вишака сказала, что это Манджугош выглядит вот так и так. Но сказал, что все равно не отдам. И вот Вишака пошла за Радхарани. Радхарани она не пришла. Она стояла за деревом и говорила, что мое кольцо давай, отдавай. И в итоге эта Вишакха Сакхи взяла это кольцо, точнее Духи Кришнадаса взяла, привела к Радхарани, показала, ну и он отдал ей, и увидев Радхарани, этот Духи Кришнадаса упал без сознания, он смог понять, что это Радхарани. И тогда Радхарани, и вот Вишакха сказала, иди прими омовение в этом водоеме. Там, где водоем был, сказал, что ты иди прими омовение, возвращайся. Духи Кришнадас пошел, принял омовение, вернулся. А когда он принял омовение в этом водоеме, он стал прекрасной гопи. Как гопешва, когда он принял омовение в Манасароваре, он, когда вышел из воды, он стал гопи. Много раз. Nice.
И после этого Радхарани улыбнулась и сказала: «Парихай, подойди ко мне». И с этой кумкумом, и этим нупуром, Radharani going to touch with his lacquer, kumkum, and going to put on his head. The nupur is just like this and this. And one permanent. И вот она этим кольцом поставила ему тилок. И с сегодняшнего дня вот сказала, что твой тилок такой, и твое имя Шьямананда. Шьямананда, он Канака Манджари, в духовном мире Канак Манджари. Кришна Лили, в Радхаране Лили, он Канака Манджари. А в Гора Лили он Шьямананда. Но была эволюция. Было такое, почему Шьямананда изменил свой тилок, возмущались многие, запрещено это делать. И тут в Калну слухи дошли, Гурудев очень развелся, взял палку, чтобы его отлупить, почему он тилок поменял, вот только собрался бить. И все просили его не бить, давайте выясним, что случилось. Но Гурудев ничего не хотел слушать, сказал: «Как ты посмел поменять свой тилок, я дал тебе тилок и мантру. А ты ослушался меня». И тогда Джива Госвамипад объяснил. Джива Госвамипад, он был первый, перед кем Шьямананда пришел и рассказал всю эту историю. И вот Джива Госвамипад, он знает все. Джива Госвамипад тоже спросил, почему тилок у тебя поменялся. И Джива Госвамипад, он был очень счастлив, обнял его. И сказал: «Ты очень удачлив, получил милость Радхарани». И когда Хрида Чайтанья пришел, чтобы спорить с ним, он пригласил всех вайшнавов, сказал: «Смотрите, мой ученик посмел изменить свой тилок». А Радхарани потом пришла к нему во сне и отругала его. Что ты в сакья-расе, у тебя есть связь с Кришной, а он находится в более высокой расе, в форме Канака Манджари. Это мое желание, я дал ему тилок и мантру, и поэтому не нужно спорить об этом. Радхарани — это наивысший авторитет, она может делать все, что угодно, даже принимать какие-то решения о Кришне. И вот Радхарани сказала, что она сама дала ему этот тилок и мантру, что у него есть вечная связь с ней. И вопрос может возникнуть, я этот сиддхант описал в книге. И здесь хочу также сказать, и вот вопрос в том, вначале он получил дикшу от Хридой Чайтаньи. Хридой Чайтанья, он находился в сакья-расе. Пытайтесь понять, о чем я говорю. И вот он в сакья-расе находился, поскольку он говорит, да, спандит он в сакья-расе. И Хридой Чайтанья тоже в сакья-расе, это естественно. Что Шьямананда Прабху тоже в сакья-расе, но тут можно видеть, что нет. Радхарани говорит, что его сварупа определена. Это Мадхураса, он мой спутник, он Канака Манджари в духовном мире, и поэтому не нужно ему указывать. Что хочу сказать, если была бы такая возможность изменить расу, что можно переключиться на какую-то другую расу, то почему здесь не описано?
Радхарани на луче из Гуру, она говорит. И в этом одна сиддханта времени больше. Я хочу говорить дольше о Шьямананде, о его проповеди и о том, как Расикананда Прабху, он принял прибежище у Шьямананды. Шьямананда Прабху родился не в высокой семье. Он, но все же он великий преданный. И вот сейчас я хочу обсудить что-то о Вамшиватананде. Вы попросили меня рассказать о всех трех. И вот хотя бы немного я скажу о нем. И вот Вамшиватананда, можно вспомнить, в Гуралиде несколько лет назад я говорил. И вот я говорил. That when Gauranga took sannyas, когда Гауранга принял саньясу, when Gauranga took sannyas and gone away, и ушел, then at least Sachimata, то Сачимата, Sachimata, she was the support of Vishnupriya. Она была поддержкой Вишнуприя, Сачимата и Ишантаку. Old servant. Ишантаку, он старый слуга был. И вот Сачимата, когда ушла, то Ишантаку и Вамшиватананда остались. И вот вопрос может возникнуть, кто такой Вамшиватананда вообще. Мы его не знаем. И вот первое, что я хочу сказать о нем, Вамшиватананда, он... воплощение Вамши, флейты Кришны, это его первое ипостась. Поэтому его зовут Вамши. Он принял форму Вамшиватананды. Вамшиватананда второй его. Это сын Мадхава Бхаттачарьи. Кто он такой? Мы не помним. Но если вспомнить, то можно заметить, что Чайтанья Бхагавати, Чайтанья Чайтамрити описывается, когда Махапрабху из Пурушоттама Дамы возвращался в Бенгал, чтобы принять омовение в Ганге. И вот Чайтанья Бхагавати можно найти все очень подробно. Я хочу напомнить вам. И когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван, в Бенгал, в Навадвипу, то тысячи людей увидели Гаурангу Махапрабху. Нету места. Все и вот преданные хотели видеть лотосные стопы Гауранги Махапрабху. Там была давка, много народу было. И вот когда Гауранга Махапрабху пришел в Кулию, с той стороны Ганги Пахарпур какой-то, и вот там Махапрабху, он остановился в доме Мадхава Бхаттачарьи. И вот так можно вспомнить, кто он. Изначально они пришли из Бардамана, из Патуля. Их предки жили там, потом они вот переехали вот в Навадвипдаму, в Кулию. Вамшиватананда, он сын Мадхава Бхаттачарьи. Когда Гауранга Махапрабху был там, в доме Мадхава Бхаттачарьи, и в то время Вамшиватананда родился. Родился тогда, когда Махапрабху был в доме этого Мадхава Бхаттачарьи. И вот этот Вамшиватананда как раз тогда и родился в присутствии Гауранги Махапрабху. Мадхава Бхаттачарья получил полную милость Гауранги Махапрабху. И как его сын, Вамшиватананда, я уже сказал, он олицетворение Вамши.
И, естественно, Гауранга Махапрабху, Кришна, Кришна и Вамши, они не отличны друг от друга. Без флейты мы не можем ожидать увидеть Кришну. И такого Сиддханта. Когда Вамши Ватананда постепенно вырос, то тогда Вишнуприя Деви, она взяла Вамши Ананду как приемного сына. И тогда наша Вишнуприя Деви приняла его как вот приемного сына. И с тех пор, как отец, у них были отношения матери и ребенка. И вот Вамши Ватананда жил с Вишнуприей как ее сын, как ее тень, точнее. Если мать Вишнуприя плакала, он тоже плакал. Вот он был такого возраста, как вот этот ребенок. Несколько лет ему было. Если Вишнуприя плакала, звала Гаурангу, то чтобы она прекратила плакать, он начал плакать сильнее, чем она. И вот это Вишнуприя приходилось прекратить плакать, взять этого ребенка и успокоить его. Then Vishnupriya taking laugh. From then onward, И вот с тех пор Вишнуприя Деви и Вамши Ватананда, в этот Вамши Ватананда служил Вишнуприя, и в итоге Гауранга Махапрабху пришел во сне. И Вишнуприя Деви и Вамши Ватананда и сказал: «Моя мать любила меня». Вот он явился и сказал, что вот то дерево, под которым меня кормила мать грудным молоком, то вот нужно взять часть этого дерева и сделать мурти из него. И вот они... И вот Махапрабху одновременно явился во сне Вишнуприи и Вамши Ватананде. И вот с утра они проснулись, рассказали этот сон и удивились, что один и тот же сон приснился. И вот собрались делать, и вот Вамши Ватананда организовал плотника. Вот сделали из части этого дерева виграху, совершили пуджу и начали поклоняться. И Вамши Ватананда, он вот занимался этим служением, поклонением, так много вещей, связанных с Вамши Ватанандой, но подробно нет времени все рассказывать. И вот когда наш Шринивасачарья пришел в Новодвипдхаму, он встретился с Вамши Ватанандой. Вамши Ватананда организовал ее встречу с Вишнуприей, поскольку никто не мог видеть Вишнуприю. Даже Бог Солнца и Луны, они не могли видеть Вишнуприю, только Вамши Ватананда. Он вот организовал встречу ее с Шринивас Ачарьей. И вот эта Вишнуприя левой ногой прикоснулась к голове Шринивас Ачарьи, поскольку Махапрабху пришел к ней во сне и сказал, что завтра Шринивас Ачарья придет
который не отличен от меня, и ты должна благословить его полностью. И все начали восхищаться, что это какой редчайший шанс, никто не мог получить даршан Вишну при ни Брама, ни Шанкара, только вот этот Шринивасачарья обрел такую милость. И до последнего момента нашей жизни. Что имеется в виду? Я хочу сказать, однажды утренняя арати Дамешвара Гоура. И вот проходил арати утром, 4:30. Все преданные смотрели на арати. И Вишнуприя Деви также смотрела. И Вамшиватананда также находился там, рядом с Вишнуприей. И внезапно, когда арати закончилась, Пуджари вышел, Вишнуприя зашла в алтарную, и двери закрылись. И никто не понял, что случилось. Вообще вот Ананда и другие смотрели, что случилось. Двери так и не открывались, и куда она пропала? Не отвечают, никаких звуков нет. И потом они открыли все двери и увидели, что Вишнуприи там нет в алтарной. Она слилась с Виграхой Гуранги. И вот эта Гура Шакти Вишнуприи Деви, она слилась с Гуранга, и Вамшиватананда начал плакать, подобно сумасшедшему. И до последнего момента своей жизни Вамшиватананда Прабху, он был занят поклонением Вишнуприи и Гуру Севе. Он поклонялся вот этой Виграхе до последнего момента своей жизни. И так много вещей. Я нес, и вот я произнесу шлоку, с которой начал более подробно говорить, времени нет. Бетито бхавана варто джастаматкар варху хиди сатта джале варам сатта те сарасамата. Сейчас у нас нет ясного представления о расе. И вот в один из дней я могу объяснить эту шлоку и прояснить, когда наше сердце полно шуда-саттвы, когда наше сердце, я знаю, когда ваше сердце, оно... Какая-то саттва может быть, но чтобы чистая саттва была, это сложнее. Сейчас есть какая-то смесь из гун. Если бы саттва гуны не было, то как бы вы пришли ко мне, чтобы слушать харикатху, что вы любите меня, поэтому значит, что у вас есть саттва гуна, но не полностью. Когда ваше сердце оно осветится с вишудда саттвой, чистой саттва гуной, и тогда, когда ваше сердце оно полностью осветится шудда саттвой, то тогда вы почувствуете какую-то прямую расу. И она может переполнить возможность вашего восприятия, возможность вашего думания,
суждения и может достигнуть такой наивысшей степени, что в тот момент вы почувствуете какую-то радость. Ананду это зовется раса, и в один из дней я более подробно объясню. Any question? No? Yes, yesterday I came and doing so many editing seva. After that I went, so many devotees coming to meet me from Sarapuli here, there, from Canning, so many devotees. And I develop fever full day, but I will have to stay with them. If I say I'm fever, I cannot talk with you. They are coming long distance. I forcefully stay with them. When I speak Harikatha, I forget that I'm sick. I cannot remember. Много придых приехало. Махараджи было какое-то недомогание, температура, но когда начали говорить Харикатху, забыл об этом. Потом принял омовение, отдохнул немножко, сейчас получше стало.